Позвольте вам представить моего как бы близкого друга Палмера Рамоса. Permítame que me presente mi cercano amigo Palmer Ramos. Да. Это мастер испанской системы воинских искусств. Él es un maestro de española sistema de artes marciales. Маэстро Палмера Рамос приехал по моему приглашению в научно-исследовательский институт для совместной научной работы. Это руководитель школы испанской на Канарских островах, на острове Тенерифе, которая является хранителем рыцарских традиций европейского рыцарства по сегодняшний как бы день. Maestro Олег, puedes presentar a nuestro maestro Palmero Ramos, que es esta persona. Y esta persona es un gran maestro de escuela en Islas Canarias que guarda tradiciones españolas. Y se llegó a mi invitación aquí en Odessa. Lo que tengo yo para estar aquí en Odessa es principalmente conocer, visitar al maestro Le, aprender de toda su experiencia, todo su trabajo que lleva muchos años en su trabajo científico y sobre todo intentar que mi sistema, el sistema que yo tengo, a través del maestro Le, poder estructurarlo y poder darle un sentido científico a él. Причина такова, что я прибыла сюда первый раз по приглашению мастера Лена, чтобы с ним познакомиться, чтобы узнать о его системе, о его работе, потому что он занимался этим очень много лет, у него большой опыт, чтобы научиться многому мастера Лена. И хочу попробовать также применить научный подход к своей системе. Я давно изучаю испанскую технику, и мы с Палмера как бы мыслим в одном как бы направлении. То есть в основе этого направления как бы лежит исключительно научный подход к исследовательской деятельности относительно испанских традиций, испанской техники. И мне, и ему необходима правда, да? То есть мы хотим получить правдивую информацию, а совместное исследование неясных, непонятных каких-то вопросов – это лучший способ докопаться до правды, до истины. И почему, специально Пальмеро Рамос, почему эта персона и я имеем одни мысли о этих вещах, чтобы хранить традицию, чтобы хранить лехадо от этой традиции и пасать эту традицию в будущее, в будущее. И поэтому эта персона también guardar de sistema en escuela en España. De aquí. Solamente contra caer. Mira y viene. Principalmente en el maestro Led yo encontré una persona que va buscando la verdad. Y eso es importante para mí. Porque hay mucha mentira en el mundo de las artes marciales, muchísima mentira, y hay gente que busca otros caminos. El maestro Le cumple para mí todas las funciones, desde el sentido espiritual al sentido de trabajo y eficacia en el mismo, y sobre todo la estructura que él ve y el enfoque que él ve de las artes marciales es el que a mí me gusta y es el que yo quiero
para mí y para mi escuela. Первое, таково, что этот маэстро Полинара искал правду, потому что среди воинских искусств очень много лжецов, очень много неправды, и он искал другой путь. И маэстро Олег именно тот человек, который эту правду ему дал, и поэтому он и проделал этот долгий путь, чтобы найти эту правду. И не только от духовной части к практической части, то есть все, что между этим находится, изучить и применить к своей школе. То есть там достаточно обширный объем вооружения, как бы, которое необходимо, технику которого необходимо реставрировать. И выработать единую систему тренировки, единую систему подготовки, как бы, от ученика до маэстро. Как бы, то есть написать единую программу подготовки и методологию обучения, как бы, любого, как бы, человека испанской техники. Y la respuesta de Maestro Alec se dice que principio razón es restaurar de técnica de la lucha con palos, con cortos y largos armas blancas, con, porque este español sistema tiene un muy grande armas, números de armas, y por eso tenemos que restaurar este sistema. Y segunda razón es que tenemos que elaborar una metodología de entrenamientos otras personas, de nueve personas hasta un maestro. Cruz. Основные атаки – это, защитные позиции – это крест. Cruz y cruz. Вертикальный и по горизонтали. Lo que quedaría. Trabajaban los guerreros antiguamente, desde el pasado. Мы работаем в той манере, в которой работали воины в прошлом, с таким же духовным подходом, с интеллектуальным подходом. El maestro Le eso lo hace muy bien y lo ha encaminado muy bien en su escuela. И маэстро Олег, у него есть и духовный подход, и интеллектуальный подход, и в его школе, есть все, поэтому. Y esa filosofía y esa idea nos gusta. Y por eso su filosofía, su мысль, de cómo trabaja, es близко a нам. Nosotros, yo quiero llevar para Tenerife la esencia que tiene el maestro Le. Vuelvo a repetir lo de la esencia porque me parece que es muy importante. El trabajo que él hace, la fuerza, tanto interior como proyectarla al exterior. Eso es lo que yo quiero, que mis alumnos se empapen de eso para que en el futuro salgan otros maestros Le, otro maestro Palmero, otras generaciones vayan creciendo con esa idea y quitar la idea de los mitos de los gimnasios y de los falsos maestros que no van a buscar sino pobres cosas. Я хочу, главной причиной, это приехать в Тенерифе, вернуться обратно с идеей и со смыслом, тот смысл, который вкладывает маэстро Олег в свою школу, чтобы то, что есть как бы внутри человека, передать это своим студентам, чтобы из поколения в поколение это дальше развивалось, что есть маэстро Олег, потом будет другой маэстро, и для того, чтобы распространить вот это правду среди других школ и избавиться от тех, которые называют себя маэстро, но которыми не являются, и избавиться от лжи в воинских.